Результаты референдума по выходу Великобритании из ЕС, его называют Brexit, стали громом среди не самого ясного неба. Многие теперь говорят, что исход был предсказуемым, хотя до последнего поверить в это было сложно. Глава Евросовета заявил, что руководство ЕС готовилось к такому исходу голосования. «Не стану скрывать, мы желали другого исхода вчерашнего референдума. Я полностью осознаю, насколько это серьезный и даже драматический момент с политической точки зрения. Невозможно предсказать политические последствия этого события, особенно в Великобритании. Это исторический момент, но это определенно не время для истерической реакции. Хочу вас заверить, мы были также готовы и к негативному сценарию». Мнения жителей Лондона разделились от полного неприятия результатов референдума до воодушевления. Все это довольно шокирует, и я был поражен сегодня утром. Хотя потом я осознал, что так сильно удивляться не стоило, это было предсказуемо. Нас ждет действительно интересное и пугающее время в ближайшие 5-10 лет. Я абсолютно раздавлена этим результатом. Думаю, это полный идиотизм. С экономической точки зрения, это безумие. Я думаю, что ЕС существовал дольше, чем это было нужно. Я хочу сказать, его создавали, чтобы предотвратить советскую экспансию в Европе. Все это слишком затянулось. ЕС стал не таким, как задумывалось. И в результате нам будет лучше за его пределами. Опрошенные Рейтер-парижане также высказывают полярные мнения о предстоящем выходе Британии из ЕС. Англичане сильны, они это показывали на протяжении всей истории, так что для них все это особой проблемой не станет. А вот Европу вполне могут ждать трудности. Европа никому ничего не дает, не давала и не будет давать. Ей только приходится перечислять деньги, ничего не получая взамен. Если бы Франция сделала то же самое, это было бы прекрасно. Думаю, для них это позор. Они сами не справятся, я в этом уверена. И вот что считают жители Германии. Это было предсказуемо, но остановить их было невозможно. С другой стороны, это меня печалит, потому что я опасаюсь, что другие страны ЕС могут тоже выйти. Лично я не считаю, что это плохо, что они уходят, потому что я предпочитаю, чтобы все было более децентрализованным. Когда система организована централизованно, как простой гражданин, ты больше не чувствуешь, что твое мнение на что-то влияет. Можно голосовать, но если ты принимаешь участие в европейских выборах, нет ощущения, что ты что-то решаешь. За пределами Великобритании наибольшие опасения из-за результатов референдума высказывают английские экспаты. Им предстоит период неопределенности в плане бюрократических процедур. Ведь после выхода их страны из состава Евросоюза, живущие за границей могут столкнуться с трудностями в оформлении рабочих виз и разрешении на проживание.